Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Оптимизация дорожного движения при помощи искусственного интеллекта. Глава Самары Елена Лапушкина проверила готовность к работе Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Научились проектному мышлению и освоили азы маркетинга. В Самаре прошел обучающий семинар для работников социальной сферы. В Самаре проводят работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Какие работы ночью велись на улице Садовой? В Самаре на улице города сегодня вышло 20 новых автобусов. Они будут следовать по маршрутам 5D, 23, 35, 37 и 63. Каждый автобус рассчитан на 65 пассажиров. Транспорт оборудован пандусами для маломобильных граждан, системами кондиционирования и видеонаблюдения. Напомним, в бюджете Самарской области в конце февраля предусмотрели дополнительно свыше 700 миллионов рублей на обеспечение муниципальных и межмуниципальных перевозок. По словам губернатора Дмитрия Азарова, это только первый шаг. Задуманная реформа общественного транспорта потребует серьезных бюджетных вложений. Оптимизация дорожного движения при помощи искусственного интеллекта. Теперь работу каждого светофора на самарских дорогах будут регулировать индивидуально, с учетом загруженности проезжей части на отдельно взятом перекрестке. Уже в этом году в Самаре заработает Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. На каком этапе сегодня работа по его открытию, проверила глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажем в нашем сюжете. Скоро переключение светофоров на дорогах Самары будет зависеть не от заводских настроек дорожного регулировщика, а от ситуации на том перекрестке, где он установлен, загруженности и времени суток. В городе готовится к открытию Центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом. Именно здесь будет находиться пункт управления каждым городским светофором. Следить за их работой будет 12 специально обученных диспетчеров. Подготовку к открытию центра оценили глава города Елена Лапушкина и руководители профильных департаментов. Суток здесь будет у нас 3/5, 3/4. И будет у нас возможность еще расширить на 2 экрана по бокам. Сюда будет выведен полностью все светофорные объекты, 215 наших городских и остальные, там 280 областных, в том числе областные. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» региональным Минтрансом совместно с Департаментом транспорта администрации города. Количество машин увеличивается, естественно, количество светофоров, как вы можете там увидеть, тоже увеличивается. Любой светофор – это естественная задержка движения, поэтому для того, чтобы все работало там вот синхронно, так скажем, необходимо, чтобы вот специальная программа, искусственный интеллект ими управлял. И вот именно вот эта система, она как раз вот и позволит управлять светофорами, в итоге там находить наиболее оптимальные решения конкретных там транспортных ситуаций в конкретное время, в конкретном месте. Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом планируют открыть на базе муниципального казенного учреждения Центр организации дорожного движения. На сегодняшний день помещение оборудовано всем необходимым для запуска проекта. В тестовом режиме работают все системы жизнеобеспечения. Идет набор персонала и объявлен конкурс на организацию сетевого канала связи для подключения системы. От каждого светофора должен быть канал связи к серверному оборудованию Министерства транспорта и оттуда уже к нам сюда, чтобы могли иметь доступ к этим светофорам. Все будет проходить через сервер. Уже в этом году Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом начнет свою работу. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре стартовал ремонт проезжей части на улице Садовой. Обновят участок от улицы Затонной до Полевой. Это около 45 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Планируется провести демонтаж тротуаров и бордюров. Установят 410 люков смотровой канализации и 54 ливневки. Сейчас ведутся работы по фрезерованию, снятию верхнего слоя дорожного покрытия. Подробности в нашем сюжете. В Самаре стартовал ремонт проезжей части на Садовой. На средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги» обновят участок от улицы Затонной до Полевой. Это почти 3 километра. Перед началом работ специалисты оценили состояние дорожного полотна. Провалы, разрушение асфальтобетонного покрытия. Сейчас ведется подготовка дороги перед укладкой горячего асфальтобетона. Фрезерует верхний слой старого дорожного покрытия.
Его удалению приступили вечером 9 апреля. Закончили утром. За это время сняли более 4000 квадратных метров полотна. После фрезерования выявят участки, где основание потеряло несущую способность. Его укрепят. Перед тем, как выполняют фрезерование, выходит бригада геодезистов, которая выполняет съемку для отвода вод. МБУ дорожное хозяйство за этим, конечно, следит. То есть все прекрасно понимают, что если застой воды происходит на асфальтобетонном покрытии, то асфальтобетонное покрытие разрушается намного быстрее. Фрезерование начали с участка в границах улиц Ульяновской и Маяковской. Здесь предусмотрен ремонт не только автодороги. Будут обновлены тротуары – около 5500 квадратных метров. Заменят тротуарный и бортовой камень. А также на 1300 квадратных метрах устроят посевной газон. Установят 410 антишумовых люков смотровых колодцев и 34 решетки ливневой канализации. Работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут выполняться в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам. Конечно, хорошо. Правда, я и сам не водитель, но у детей есть машины, и понятно, что здорово. Ход ремонтных работ контролируют круглосуточно. За обновлением дорожного объекта уже следят общественники. Для повышения безопасности дорожного движения на участках, где отсутствуют светофоры, сделают искусственные неровности. Со всеми задачами специалисты планируют справиться в мае. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События. Внесли свой вклад в сохранение Великой Русской реки. В Самаре береговую линию Волги очистили от бытового мусора. Представители городской думы, члены молодежного парламента и волонтеры собрали пластик, бутылки и пищевые отходы. К экологической акции присоединилась Ксения Баканова. Дождь и слякоть – не помеха. На ногах – резиновые сапоги, в руках – мусорные пакеты. Представители городской думы вышли на берег Волги, чтобы навести порядок. Организаторы отмечают, тянуть с уборкой не стоит, ведь на ГЭС уже завтра начнется сброс воды. Поэтому сегодня, так сказать, от красноармейского спуска до Красной Глинки, значит, вот мы трудимся в большом составе. Каждый год желающих поработать становится больше. Значит, ну и, к сожалению, мусор тоже еще имеет место быть. Свой вклад в экологию вносят и волонтеры. Собирают пищевые отходы, бутылки и пластик. В этот раз удалось поймать даже крупную рыбу. Матрасу для сна явно не место на берегу Волги. Если об этом не думать, если этим не заниматься, то, конечно же, со временем, с годами все может достичь критического уровня. Вот. Поэтому очень важно поддерживать в чистоте место, где мы живем, в том числе родную реку. Акция ежегодно проходит в рамках месячника по благоустройству. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События. Активное вовлечение горожан в процесс благоустройства города – одна из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда». Именно поэтому жители города и трудовые коллективы информируют о территориях, претендентах на преображение. Информационная кампания прошла сегодня и в Самарском областном художественном музее. Подробности в сюжете Полины Чулюковой. Продолжается информирование работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы о голосовании за общественные пространства, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Проинформированы сегодня были и сотрудники Самарского областного художественного музея. Они также смогли проголосовать онлайн за обустройство одного из общественных пространств с помощью волонтеров. Кольев. Заинтересовались мнением простых граждан, то, наверное, в этом есть смысл знать и понимать, что желают жители этого города. Меняются тротуары, то есть улучшается дорога. Много что делается. Это кроме того, что делается еще и конкретно у каждого жителя во дворе. И город стал чище. Чище во всех отношениях и повсеместно.
Глава Самарского района Роман Радюков предложил коллективу музея голосовать за старейшую площадь города – Хлебную. На ней находится транспортная развязка, здесь делают пересадку жители соседних муниципалитетов. Если объект победит в голосовании, в следующем году там обустроят дорожки, газоны, установят новые скамейки и урны. Также в планах создать сухой фонтан, а по периметру оборудовать велодорожки. Это, наверное, место силы, которое нам очень хотелось бы преобразить, наполнить его новыми смыслами, и я выступил с инициативой сотрудникам именно художественного музея, так как они люди тоже погруженные в искусство. Я надеюсь, что все у нас получится, и в 2025 году это пространство будет преображено. В художественном музее была организована работа волонтеров, которые помогали сотрудникам проголосовать за выбранное пространство. Для голосования необходимо продиктовать свой номер телефона, фамилию, имя, отчество и назвать одну из территорий претендентов. И по их глазам я видела, что они с радостью откликнутся на предложение. Наш коллектив, конечно, неравнодушен к жизни города. Это же наш дом, мы здесь живем. Мы же, когда приходим к себе домой, мы хотим, чтобы у нас было чисто, красиво. И, конечно, хочется, чтобы эти участки, которые пока еще не в том должном состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, тоже преображались на наших глазах. Принять участие в голосовании может любой житель региона, достигший 14 лет. А дать свой голос за общественное пространство можно до 30 апреля на сайте 63городсреда.ру либо на госуслугах. Также жители города могут обратиться за помощью к волонтерам. Территории, ставшие победителями, обустроят в следующем году. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События. Научились проектному мышлению и освоили азы маркетинга в социальном проектировании. В Самаре прошел обучающий семинар для работников соцсферы, представителей общественных советов и городских ТОСов. Семинар организовала Общественная палата Самары. Что такое социальное проектирование и почему важно уметь правильно преподнести свой стартап, расскажем далее. Мыслить стратегически, привлекать частные инвестиции и выигрывать гранты. Чтобы продвинуть свой проект, одного желания недостаточно. Умение грамотно преподнести идею – важный навык в современном обществе. По словам председателя Общественной палаты городского округа Самара Габибулы Хасаева, проектирование – не самое сильное звено в деятельности муниципальных общественных организаций. Именно поэтому решено было организовать обучающий семинар. Чтобы привлечь социальные инвестиции для решения многих социальных проблем, вот, мы и задумали такой обучающий семинар, заранее ознакомившись с запросом как раз вот, названных организаций на приобретение знаний, навыков и умений социального проектирования. Семинар прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие представители общественных советов при администрациях внутригородских районов, члены городских ТОСов и работники социальной сферы. По словам экспертов, выигрывать гранты несложно. Главное – освоить технологию социального проектирования. Это такая универсальная схема для того, чтобы можно было любой проект в эти рамки подогнать и хорошо посчитать, и чтобы все было, все состыковывалось, чтобы еще была обратная связь, обратная логика проверялась. В ходе семинара разобрали типичные ошибки в социальном проектировании и попробовали применить полученные знания на практике. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Через тернии к звездам. В Самаре прошел круглый стол. Космические старты нашей Родины, лирики и физики. Где в преддверии Дня космонавтики обсуждали достижения страны в этой отрасли и дальнейшие перспективы в покорении внеземного пространства. Встреча имела профориентационный характер. В разговоре участвовали студенты и школьники Самарской и Волгоградской областей, которые прямо сейчас решают, с какой сферой связать свою профессию. Подробнее в нашем сюжете. Вовлечь молодые умы в развитие науки и напомнить о престижности профессий, связанных с покорением Вселенной. Именно такой целью задались организаторы круглого стола «Космические старты нашей Родины, лирики и физики». В одном зале собрали молодых людей, которые прямо сейчас выбирают дело своей жизни. Среди участников встречи – студенты самарских вузов и колледжей, а также представители школьного движения «Первых». И обсуждая достижения российской космонавтики, многие ребята могут принять решение о том, чтобы связать свою профессию с космосом. То есть это вопрос может быть о профориентации, но по большому счету это вопрос о том, как наши ребята, которые сейчас сидят в этом зале, находятся на расстоянии вытянутой руки, формируют свою судьбу и будущую профессию. Это очень дорогого стоит, если мы, как члены общественной палаты, на это можем повлиять. Я бы думал так, что на сегодняшний день профессиональная ориентация должна базироваться на интересах выпускника
и базируется на том, может ли он достигнуть тех вершин, тех позиций в своей жизни, на котором он стремится. Я хочу сказать, что высшее образование нашей области такую возможность дает. По видеосвязи к круглому столу подключились молодые люди из Волгоградской области, а также специалисты Московской региональной общественной палаты. Ко всем собравшимся прямо с орбиты Земли обратился герой России Олег Кононенко. Исследования космоса не останавливаются ни на минуту. За космическими победами стоит труд космонавтов, рабочих, инженеров, ученых. Я выполнил 5 космических полетов и каждый раз на Союзе новая модификация. А это новое оборудование, новые приборы, новые научные задачи, эксперименты. Испытываю невероятную гордость от того, что космос по-прежнему является неотъемлемой частью современной науки. Участники круглого стола обсудили истории великих людей, чья жизнь связана с покорением космоса, достижения советских и российских конструкторов, инженеров, летчиков, которые помогли стране стать великой космической державой, а также планы и перспективы отрасли на ближайшие годы. Андрей Грагуленко, Николай Сидоров. События. Веселые, находчивые и юные. В Самаре прошел финал детского КВН. Самые сильные команды города поборолись за возможность пройти на областной этап. Кто стал победителем, а кто забрал приз зрительских симпатий, узнала наша съемочная группа. Извините. Ты что делаешь? Я же кубок пысобираю. Яркие, запоминающиеся, креативные. В команде КВН «Гармония» 10 школьников разных возрастов. Но это не помеха общему делу. Ребята объединились и смогли одержать победу в финале детского КВН. Школьники рассказывают, шли к этому дню 7 лет. А чтобы придать креативности выступлению, позвали на помощь своих мам. Только побеждать, удивлять шутками, танцами, песнями и всем-всем-всем, чем только можно. Начинали сезон 24 команды, до финала добрались только 5. Ильинка, New People, Пурум-пум-пум, Гармония и Пятница 13. Во время конкурса проводилось онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. В нем победу одержала команда Пурум-пум-пум. За спиной у ребят большая группа поддержки из родных и близких. В нашей школе команды не было, и мы с родителями объединились и решили, что команде КВН в школе номер 155 быть. КВН – это весело, КВН – это здорово, КВН – это зажигательно, КВН – это любовь на всю жизнь. Попадаешь в КВН, выйти оттуда невозможно. Ребята старались, ребята боролись, и вот они в финале. У нас детский КВН самый лучший в стране. Он развивается семимильными шагами, и с каждым годом все больше и больше команд играют в эту замечательную игру. Во всех уголках нашего региона есть команды КВН. И гости из других городов приезжают нас играть и отмечают высокую организацию, гостеприимство города, как бы доброго зрителя. 16 апреля состоится борьба за суперкубок, участие в которой примут не только городские, но и областные команды. Самарская «Гармония» будет соревноваться с командами «Что-то между» из города Отрадный, Новокуйбышевским «Прогрессом» и 13 шутками из Тольятти. Победители суперкубка поедут представлять регион в Анапу на международный фестиваль детских команд КВН. Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Константин Головин. События. В самарской школе номер 85 прошел районный этап ежегодного городского конкурса «Мама, папа, я. Спортивная семья». 18 семей промышленного района соревновались в двух категориях. В младшей приняли участие родители с детьми в возрасте от 7 до 9 лет. В старшей – с детьми от 10 до 12. Как проходили спортивные соревнования, расскажет наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Артем и Анастасия Кирилловы в браке 11 лет. Пара познакомилась на Всероссийской олимпиаде по физкультуре в 2005 году. С тех пор не расставались. Спорт для них – хобби, приятное времяпрепровождение и профессиональная деятельность. Анастасия недавно стала мастером спорта по пауэрлифтингу. Своей дочери Кирилловы тоже привили любовь к спорту. 9-летняя Кристина занимается фехтованием. Кирилловы любят активно проводить время вместе, поэтому приняли участие в конкурсе «Мама, папа, я. Спортивная семья». Хочешь победить? Да. Чтобы вместе победить и получить вместе хорошие эмоции. И призы. Значит, будем побеждать. Районный этап ежегодного городского конкурса прошел в 85-й школе. 18 семей промышленного района соревновались в двух категориях. В младшей участвовали родители с детьми в возрасте от 7 до 9 лет. В старшей – с детьми от 10 до 12. Нужно было преодолеть 7 станций. К примеру, надувные лыжи, забег сумоистов и беличье колесо.
Спортивные мероприятия, в которых участвуют семьи, очень важны и нужны. Мама, папа и ребенок рядом. Что может быть лучше, когда вся семья в сборе, когда семья чувствует папино плечо, мамину заботу? Это очень важно. Победители получили приз от департамента физической культуры. Коврик для йоги, гантели и мяч. Финальный этап конкурса состоится 4 мая. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Россияне смогут наблюдать полное затмение Солнца в апреле 2060 года, то есть через 36 лет, сообщают астрономы. Ближайшее полное солнечное затмение с благоприятными условиями наблюдения с территории России случится лишь 30 апреля 1960 года. Последний раз это астрономическое явление россияне видели 1 августа 2008, когда лунная тень прошла через Новосибирск-Барнаул. За два года до этого, 29 марта 2006, полоса затмения проходила по территории нашей страны и накрыла вершину Эльбрус. Напомним, что 8 апреля жители Земли могли наблюдать полное солнечное затмение. В этот период лунная тень прочертила линию шириной 198 километров на поверхности Земли. Луна полностью закрыла собой Солнце на 4 минуты 28 секунд. Его отчетливо было видно в 21 час 17 минут по московскому времени на севере Мексики. Частные фазы оказались видимы в Северной и Южной Америках, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таким как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, кто, по их мнению, главный в семье. Ну, мужчина меня слушает больше. Делает так, как, ну, намекаю, подсказываю я, ну, конечно же, и в первую очередь слово «мужчина», оно главное, но все-таки направляет женщина. Одинаково. Муж главный по своим мужским обязанностям, жена по женским. Да во всяком. Бывает и муж главный, бывает и жена главная. От обстоятельств, наверное, зависит. Да. На этот вопрос тяжело дать ответ. Вообще, я за равноправие. Что и муж, и жена. В этом плане я считаю, что у обоих должны быть равноправные полномочия, вот, чтобы не было этого разделения, кто главный, кто не главный. Семья – это, ну, оба два человека, значит, они оба два и главные. Я думаю, что должно быть равноправие. А, наверное, жена. Муж делает много чего, но все равно так или иначе задает все жена. По-разному. Современные тенденции, положения, не обязательно, что это муж или жена. Это может быть и муж, и жена, может быть даже сын престарелых мужа и жены. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывает о том, что в рамках месячника по благоустройству проводится работа по подготовке автобусов к летнему сезону. Проверяют техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также на автотранспортном предприятии в ходе генеральной уборки все автобусы тщательно отмывают снаружи и внутри и дезинфицируют хлор с содержащим раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли сообщает, что завтра с 9 до 11 часов утра пройдет очередная тренировка по использованию сервиса бронирования путевок на социальном портале Министерства Супрема63.ру. Если вы планируете в этом году воспользоваться сервисом бронирования путевок в летние санаторные лагеря на социальном портале Супрема63.ру, вам предлагают принять участие в тестовом бронировании. Администрация железнодорожного района напоминает о правилах, которых нужно придерживаться, катаясь на самокате. Катайтесь в одиночку, использовать самокат вдвоем запрещено. Детям с 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам и пешеходным зонам. Помните, что на тротуаре приоритет всегда у пешеходов. Лица старше 14 лет могут передвигаться на самокате по проезжей части со скоростью не более 60 км в час. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся!